Всем привет, с вами Нильфгорн, это Робокрафт, построил нового робота, но попробуем. Не факт, что здесь что-то получится, потому что у меня явно все одно и то же. То есть единственное, был уже такой робот, единственное, что я ему переставил, я его перестроил полностью, но переделал так, что вперед поставил как бы зениточку и вокруг вот так вот 5 снайперов. Посмотрим, что из этого получится, насколько он эффективен, насколько он, ну, как бы пробивной получится. Всяческие тесты я делал вроде бы нормально, но пробовать, конечно, нужно в бою. Ну и попробуем еще выиграть просто другие бои на других устройствах. Будем просто фаниться, так что поехали. Ну что ж, ребятки, поснайперим, попробуем, по крайней мере. Посмотрим, что из этого получится. Так, с хорошей стороны. Я с этой стороны люблю появляться, мне нравится этот момент. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что из этого всего выйдет. И попробуем что-нибудь сотворить. Хотя нет, давайте, наверное, сразу сюда. Так правильнее будет, мне кажется. Сразу здесь и повоюем с кем-нибудь. Вот уже кого-то мы уже видим, но... Эх, ты промахнулся. Ох, как там много-то. Воу-воу-воу, ребята, очуметь просто. Притом там воздух и его... Ну, блин. Воздух это, конечно, не очень хорошо. Воу-воу-воу-воу, спокойно, спокойно. Ну, в кого-нибудь точно попаду, это 100%. Так, ну что ты, робот? Нафигачили, короче, нормально. По-моему, нормально. А вот это не очень хорошо, потому что получается... Твою же ж, ребят, что происходит? Нас уже как-то щемит. Притом щемит очень хорошо. Это же неправильно, ребята. Хорош. Ну прям посмотрите, что происходит. Как так? Воздух-то не могут снять. Ну... Хорош. Вот воздух вообще... Он же должен уничтожаться, просто уничтожаться. Ребята, ну хорош. Воздух-то. О, получается, понимаете, что происходит-то? Просто расстрел. Ну все. У меня все ноги отстрелили, я даже сделать ничего не могу. Очуметь. Следующий бой, посмотрим, что из этого паучка у нас все-таки получится настрелять. Но не будем забывать, это что, блин, понимаете, у гусениц там стоит... О, боже. Не будем забывать, что это еще и новый паучок. Ну, посмотрите, как много просто ходячих-то. Какой-то просто геноцид. Посмотрите, мы навалились нереально мощно и быстро при этом. Очуметь. Нас, да, конечно, обходят, но, как сказать, пока не будут нас обходить, то есть мы уже всех и победим впереди. Притом, я вообще, как бы, ни одного выстрела не делаю. Я просто вот... Воу-воу-воу, вот это хорош. Вот это вообще некрасиво сейчас получилось. Но вот мы со спины, видите, деремся там. Отлично. Не знаю, как получилось, но как-то получилось. Просто странно, да? Посмотрите, как команда раскидывается. То есть до этого мы сейчас, получается, дрались так, что нас уничтожали быстро, да? В данный момент как получается? Мы уничтожаем просто в лед команду противника, притом с такой скоростью, что я даже...
Посмотрите, они похожие, кстати, два похожих. Это какая-то команда, что ли? То есть, посмотрите, даже три одинаковых. Очуметь. Три одинаковых робота. Не знаю уж в чем прикол, но факт того, что они как бы одинаковые, это факт. Я тут вообще ничего не настрелял. Один ассист, 538 урона. Я просто не успевал за нашей командой. И это что-то... Собственно говоря, я часто уже вижу, когда сажусь играть в RoboCraft, что здесь очень много похожих устройств. То есть в одной команде часто бывает по две, по три какие-то машины, которые друг друга похожи. Странно. Черт возьми, я хочу поснайперить. Я хочу именно пострелять из снайпера. Специально создал такого какого-то паучка именно наполовину. То есть он в основном именно снайперки. То есть у него 5 снайперок. И черт возьми, почему мне не дают постреливать? Ну ладно, сами понимаете, что это не только от меня зависит. Ну и от всей нашей команды тоже. Так, ну давайте попробуем вот с той же позиции, с которой тут точно я постреляю в кого-нибудь. А уж в кого, это уже другой вопрос. Как-то я не вижу, чтобы где-то бой вот там вот происходит. Я слышу какие-то взрывы, да, то есть с этой стороны, посмотрите, я вообще один как-то иду, да. И это как-то немножечко даже подозрительно, посмотрите. То есть никого здесь нету из врагов. Странно. Ладно, давайте немножко понаглеем и пойдем вперед. Посмотрите, там внизу. Чего? То есть они все реально, что ли, пошли? Пошли снизу? Хорош. Не представляю, что это за квадрат там летал. Ой, добил, да? Отлично, ребят. Так, ну что, давайте, давайте что-нибудь, вылезайте где-нибудь. Так, еще пометили, ладно. Так, он сейчас будет постоянно прыгать, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Давай. Эй! То есть, посмотрите, они друг друга просто тупо залечивают. Они даже не умеют ничего. Ну, хотя, если это хилеры остались. Опять победа. И, ну, очевидная победа, что... Просто, ну, как бы это объяснить-то? То есть, у нас огроменное преимущество. Понимаете, у нас ни одного не убили. Даже я одного убил все-таки в итоге. А это, кстати, прикольно, понимаете, что мы в него попасть-то не можем толком-то. Ну, хотя это, понимаете, бред, ну ладно. Попытаемся, попытаемся в него попасть. Но это бред устройства, то есть... Просто сейчас обстрел такой будет этого квадрата. Надо немножечко воздухом пострелять. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, отлично, ребят. И как раз таки второй фраг еще и мой. И на первом месте, шикарно, ребят. Ну вот этот последний фраг мне, похоже, помог все-таки. Шикарненько. Команда решает. Всегда так было в этой игре. И черт возьми, ничего, протоним, какой он. Ящик, давай. Ну, черт, хотелось бы что-нибудь, конечно, побольше. Ну да ладно, что ж поделаешь-то. И мне вот как бы 107-й левел дали. Нереальный я крутой. Просто очумелый. Ну, для разнообразия давайте на двух ногах походим. И я вот сразу знаю... Немножко так. Так, и честно говоря, даже и куда вот нам отправляться. Ну ладно, давайте. Куда толпа, туда и мы, как говорится. Кстати, очень, знаете, похож... О боже, это что такое?
О боже, какая красотища. Прям, ну, симпатичненько смотрится. Ну, чувак, вот даже из-за тебя подлагивает немножечко. Так, ну вот. Что-то нереальное просто людей какой-то. Смотрите. Смотрите, там ящериц. Эй, промахнулись, конечно. Ну, понятное дело, что поделаешь. И, кстати, мне сказали, что нафиг вот то, что у меня робот какой сейчас присутствует, так как бы неправильно строить. То есть, если я атакую, то он не должен щиты иметь. То есть, у него не должно быть щитов. И это, конечно, печально. Я расстроен был. О, попали! Ну, немножечко вот. Блин, даже не подойдешь же. У нас вот здесь... О, посмотрите уже с той стороны. С той стороны. Ну, блин, хорош. Нас просто сейчас со всех сторон обстрелят. И мы, конечно же, пойдем на ту сторону. Там уже ближний бой. Там... как бы более интересней. И преимущество у нас здесь будет больше, так как ближний бой, все дела. О, ой. Это сейчас было жутковато, потому что меня просто изнасиловали. Все-таки надо попробовать. Это мы и попытаемся сделать на забавный четырехногий вертолетик. Вот такой вот я строил подобный вертолет. У него всегда очень быстро убивают его винты, и как-то... То есть, видите, по нему сейчас просто все стреляют, кому только не лень. Но как-то уж совсем нагло. Хе-хе. Ну, понятно сейчас. Воу-воу-воу-воу. Понятно, что мы сейчас будем перестреливаться. И вот где-то мне как-то нужно так спрятаться в какой-нибудь таком... месте, где бы можно было вот так вот. Вот, хорошо. Хорошо вошло. Просто ему понравилось, я уверен. Так, вот мы сейчас проходим. Смотрите, за мной пошли, ребятки. И, думается мне, что можно. И здесь у нас начинается... Ой, красавчик, красавчик, просто молодец. Воу-воу-воу, тут со спины оказывается. Ребят, а чё нас не поддерживает-то? Отлично. Нас осталось вообще просто... просто вот... можно сказать... замес идет уже... Ах ты ж, зараза, вот с этими двумя дробовиками. Я уже такого подобного-то уничтожал. Есть, отстрелили. Черт, отстрелили последнюю ногу. Ой, а последнюю СМГшку. И черт возьми, я дрался достойно, мне кажется. Но все-таки что-то пошло не так. То ли команда у нас вот какая-то. Вот видите, вот он, зато он прыгает там, да. То есть у нас как-то так вот. Странно это, ребят, странно. Ну и чтобы долго не задерживаться, давайте все-таки еще поснайперим немножечко, буквально. Совсем немножечко. Мы это можем позволить себе. Поснайперим еще и в наглую, кстати. Давайте попробуем, в общем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Притом еще и снайперю-то. Он за меня был в против...
Вот я сейчас получаю это хорошо и ото всех, ребят. Вот это вот нехорошо. Кто? Ну вот кто? То есть это прыжки, то есть всякие вот типа таких вот, да, у меня? Ха-ха, ладно, этого подбили. Так, остался вот здесь вот, который ушел, понимаете? Вот он ушел. Я еще и восстановился. Блин, не могу на кого-то приметиться. Есть, по-моему, добил хотя бы кого-то. Так, есть еще вроде бы в одного пал. Ну, как-то не очень удачно получилось, знаете ли. Вот так я вам скажу. Так, давайте попробуем забраться. Забраться-то у меня получится, а вот будет ли это эффективно, мы сейчас заценим с вами. Мой, должен быть мой, есть. Исчез, зараза. Ну, здесь я ничего не могу поделать, он просто тупо-напросто исчез. У него модуль этот невидимка, и это круто, конечно. Кто-нибудь его пометьте, что ли. То есть все, его засекли. Понял, смотрите. Чувак с... опять исчез. Ну вот здесь он, вон он, я вижу, видел. Вон он. Все, ну молодец, ребят. Молодец, он прям так хорошо вертелся, крутился и долго держался, но... понимаете, если эффективности это от этого нету, только эффективно долго может прожить. Ну, это, по-моему, не очень эффективно для команды. Ну, на мой взгляд, алмазный сундук. Отлично. Ну, хотя бы что-нибудь мне рарное дали. И на этом спасибо. Вот смотрю на этого паучка и несколько этих боев. Мне так кажется, что он, ну, совершенно практически неэффективен. То есть... применение вот этих снайперских пушек, они минимальны могут, только вот как минимальное количество. Не знаю, как быть. У меня еще есть вариант снайпера, это на ногах, то есть может быть как так, но и то, черт возьми, ну как-то снайперки на ногах, ну не знаю. Давайте сыграем еще разочек на этом и попробуем еще раз. Попробуем плазмой пострелять. Конечно, плазма преимущественно вот сейчас вот рулит. Ух ты, прикольно сделано. Ох, как офигенско это выглядит. Не факт, что это как-то заработает, но круто смотрится. Плазма, конечно, рулит. Потому что вот я вот смотрю здесь, ну, все с плазмой. Просто все. Такое чувство, что другой техники никакой нету. Ну ладно, давайте пойдем в туннель как-нибудь повоюем. Очень мало самолетов. Ух. Так, ну надеюсь, меня кто-нибудь поддержит или нет? Нет. Такое ощущение, что нет, потому что я, получается, сейчас как-то... А что самолет стоит-то? Почему он ничего не... Странно это сейчас было. Да ладно. Вот посмотрите, сейчас просто получается как? Расстреливают меня вот эти вот летающие, да? Где все наши команды? А, у нас уже троих нет, хотя я одного успел убить. Ну ладно. Лекарь, который, ну, как бы тоже недоделанный лекарь, вроде бы и нормально все, но как-то... Ох, господи, как же это сложно. Прикольно. Смотрите, как интересно сделанный, да? Робот прям очень интересно. И у него, кстати, по-моему, не максимального уровня снайперки, или мне кажется.
Ох, как он сейчас просто красиво, я бы сказал, влетел. Но очень красиво у него это получилось. Вот прям хочу два дробовика и на основе именно двух дробовиков построить какое-то устройство. Посмотрим, надо денежки копить. Покупайте моих роботов, ребят, покупайте. Хотя не выставлено ни одного. Ой, господи. Для разнообразия поездим на гусеницах и посмотрите, что здесь стоит. Господи, что это такое? Самое главное, зачем оно? Ну да ладно, погнали. Гусеницы всегда будут актуальны, всегда будут интересны. Попробуем с ними что-то сотворить. И главное сейчас не перевернуться. Так. Я боюсь, что я сейчас, как всегда, сейчас просто влечу самое пекло. И как мне наваляют. Вот 100%, ребят. Ну, хотя я вижу вот здесь вот врагов интересных, с которыми можно, так скажем, поиграться. И вполне можно, я бы даже сказал. И вот, похоже... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, хорош. Друг, давай-ка, сейчас просто будет избиение просто, потому что меня просто сейчас и забьют напросто. Хорошо, хорошо. Снайпер откуда-то еще лупит. Вот это вот не очень хорошо, конечно. Да откуда ж ты лупишь-то, зараза-то, а? Эй, ребятки. Отлично, отлично. Кто-то тут из снайперки, да, по мне лупал. Ну ладно. Получай. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Эй, попали. Ну давайте дальше. Вот как раз ты сейчас будешь уходить. Оп, да что ж я попасть-то не могу. Оп. Воу-воу-воу-воу-воу, хорош-хорош-хорош-хорош. Отходим. Да, сейчас вот как раз-таки восстановлюсь, и можно продолжить будет. Так, отлично, продолжаем. Вот это зараза, вот он. Отлично, тут еще из дробовичка кто-то прислал. Хорошо, хорошо, вот... Люблю гусеницы, они, конечно, проще в управлении, но, черт возьми, они доставляют. У них есть какой-то такой приятный прорыв, что ли. Ну, и конечно же, все зависит от команды, ребят. Алмазный сундучок тоже хорошо, и... О, да, эпик, это круто, это еще звучит круче, чем рар. Ну, блин, шикарно, шикарно. Хочу очень набрать большое количество вот этих предметов. Ну, как бы небольшое количество, но несколько штучек, да. И как же они называются у нас? Вот эти Tesla Nova. И на них попробовать, на основе них попробовать какие-нибудь устройства сделать. На салазках что-нибудь такое. Ну, попробуем. Погнали еще разочек. Гусеницы, не знаю, ну, почему-то они не нравятся. Есть в них что-то интересное. Ну, мы это еще раз проверим. Ох ты, шустрить-то как, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это и замечали, так скажем, да? Хорош! Не наглей, не наглей, не наглей, не наглей. Знай место, знай место. Напулял, напулял, конечно. Хорошо, меня тут сразу отрегенили. Всегда бы так. Вот всегда бы так. Было бы просто шикарно. Ну, сами понимаете, что... Ой, да ладно. Ребята, а вот здесь уже приходится как-то драться. Потому что замес, посмотрите, идет... То есть замес уже идет так довольно-таки серьезно и... Воу.
что-то не понимаю, но мы выиграем вроде бы. Давай, воздух нужно ломать. Воздух нужно ломать и, блин, его побыстрее. Вот этого, кстати, я уже уничтожал. Ну, не я, а он по мне стрелял, я по нему. Отлично. Давайте ломаем воздух. В общем, устраиваем охоту за воздухом, потому что иначе они задолбают. Ну, давайте вот за ними и устроим. Отлично. Да, за мной тут кто-то преследовал очень сильно. Поможем нашему. Вот и все. Отлично, ребят. Я одного всего лишь убил. Ну, блин. Ух, гусеницы просто жарят, конечно. Давайте посмотрим, что я смог получить. Опять алмазная, хорошо, хотя бы такая, и отлично, очень неплохо, очень. Притом посмотрите, вот те, вот это очень странно, то есть мы платим за как бы VIP статус, да, грубо говоря, за премиум статус, и вот вот что выпало в премиум статусе, вот это странно, но здесь очень круто, здесь прям очень хорошо пришло. Спасибо за просмотр, буду заканчивать. Это последний бой был. И все-таки, конечно, мне очень нравятся гусеницы. Да, конечно, когда мы встречаемся в бою против какого-нибудь летающего устройства, которое нас просто покрывает плазмой, то там, конечно, очень сложно приходится, потому что урон приходит поверху и накрывает все, можно сказать. Но будем, как говорится, модернизироваться, пробовать и тому подобное. Всем всего хорошего, удачи и пока.